Красковском лесу собралась молодежь, которой не безразлично состояние окружающей среды. Они приняли участие в традиционном субботнике. На площадке работали мои коллеги. Вооружившись рабочим инвентарем и подкрепившись чашечкой чая и пирожком, студенты и школьники приступили к наведению чистоты, несмотря на дождь. Собирали крупный мусор, который не только долгое время не разлагается, но и вредит природе. Мы разбирали мусор, собирали его в мешки, потому что природа – это наше все. Благодаря природе мы живы. Она дает нам все, что мы сейчас имеем. Мы здесь все собрались, просто чтобы хотя бы сегодня сделать лучше наш лес. Цель таких субботников не только в добровольной уборке территории с началом осеннего периода, но и сплочение подрастающего поколения, воспитание в них экологической культуры и ответственного отношения к природе и труду. У нас сегодня на субботник присутствуют и студенты, и школьники, и наши активисты различных общественных организаций молодежных. Вот, и, конечно, важно их приучать, особенно наших школьников, да, к тому, чтобы они с юного возраста берегли нашу экологию, заботились о наших лесах. Природа же, она как бы сотворена, как говорится, не рукотворным, а портится рукотворным. По окончании сбора мусора ребята приняли участие в мастер-классе по посадке микрозелени. И каждый забрал домой свой саженец. Мы бережем природу. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.